Привет, друзья! Сын скончавшегося певца Юрия Шатунова тоже приехал проститься с отцом. Так, 15-летний Денис оказался в числе огромного количества поклонников на Троекуровском кладбище, куда пришли преданные фанаты и близкие проводить артиста в последний путь. Однако Светланы и 9-летней сестры Стеллы возле мальчика не оказалось. Похороны кумира молодежи 90-х продолжаются уже несколько часов. Большая часть пришедших вынуждена отстоять огромную очередь, дабы попасть внутрь траурного зала и в последний раз увидеть любимого кумира. На улице стоит экстремальная температура, почитатели лидера группы «Ласковый май» изнывают от жары, которая не спадает с самого утра. В целях облегчения на место привезли грузовик с водой и начали раздавать бутылки нуждающимся. Еще 23 июня появились печальные известия о смерти знаменитого Юры Шатунова на 49-м году жизни. Представитель «Звезды» рассказал об обширном инфаркте у исполнителя. Его сердце перестало биться по дороге в больницу. Смерть артиста стала серьезным ударом не только для семьи Шатунова, но и для миллионов россиян, которые до сих пор помнят и любят его. На родину лидер «Ласкового мая» вернулся несколько недель назад. В России у Шатунова был запланирован гастрольный тур. До этого певец вместе с женой Светланой и детьми проживал в Германии. Известно, что как только семья артиста узнала о трагедии, то сразу полетела в Россию. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.